Упражнение добавляем к этой работе, которую мы сейчас сделали, добавляем осото гари. То же самое, то есть мы начинаем двигаться раз, два, раз, два, раз, раз, два, и здесь переходим на осото гари. Задача. Уке задача такая, то есть он не должен сильно поддаваться, он шагает. Моя задача на подсечке и на этой подсечке, да, на коучи и косота, просто обозначать движение. Я должен чувствовать, что я ногу могу выдвинуть, могу ее сдвинуть, но в принципе у меня нет сейчас задачи сделать полноценный прием. Моя задача подвигать и выставить его на ногу так, чтобы он на ней зафиксировался, и после этого перейти к осото гари. То же самое, также начинаем. Раз, два, раз, два, раз, два, осото гари. Два варианта можно делать при переходе отсюда. Когда я забираю косота или даши, то есть какой прием получается. Обратите внимание, что вход такой же, то есть я делаю раз-два, у меня получается здесь. Иногда можно поделать с махом, с выносом, но если уже хорошо получается этот прием, нет нужды сильно высоко махать ногой. Очень важно контролировать ногу здесь. Поэтому мы сделали раз-два. И здесь, и нога сразу, то есть у меня должно быть выработано движение, что на этом переходе, как только я меняю ноги, нога, которая делает осото гари, будет делать мах, сразу же зацепляется сюда. Да, то есть оно должно делать мощное движение. Еще раз. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Переход. Вот, с броском. Хорошо. И. Раз, два, раз, два. Пишешь? Да. Все. Значит, здесь есть один момент, который очень важно учитывать при переходе от косоты или дираши к осото гари. Очень важно не отбрасываться от него. В принципе, за счет того, что я после коучи, я сделал коучи, когда он возвращает ногу, я его ногу сдвигаю. У меня здесь есть уже пространство. Мне не надо от него уходить в сторону, иначе у меня получается разрыв, и руки могут остаться сзади. Здесь уже хорошая позиция для того, чтобы сразу же атаковать вперед. То есть из этого положения мне надо просто прижаться к нему и ногами сделать перестановку. Вот это движение. Раз, два. Только надо постараться уже, да, наработать после подсечки, после косота. Переход сюда, и нога забирает. То есть нога забирать должна. Она не просто выходит в сторону или куда-то сюда, тем более. Нога, после того, как я сделал, она делает такое движение. То есть мне нужно ноги. Это выходит, ставится на опорную ногу. Эта нога выносится немножко вперед, и уже отсюда делается сразу же движение сильное. То есть отсюда такое. Такое. Поэтому здесь сделали. И сделали бросочек.